Привет, я Одер, и это игра Borderlands The Pre-Sequel. Мы сейчас будем выполнять задание, но да, у черта на куличиках и другие мы не сможем. Получается, нам надо включить прерыватель, включить питание прыжковой площадки, убить дедлифта и взять цифростроительный ключ. У нас есть снайперка и есть такой вот то ли огнемет, то ли что-то в этом роде. Миномет скорострельный. Так, ладно. Сейчас нам добраться надо до той точки и смотреть, что мы сможем там добыть. Так, я себя куда-то загнал. Ну, надеюсь, я летаю хорошо. Вот так вот, отлично. Так, пополняем запасы. Побежали. Не напиши в комментариях, как лучше всего проходить. Как есть. На тебе. Какие сюрпризы-то? Как лучше всего проходить? Как есть? Ну, снимать как? Имею в виду. Как есть показывать? Или вырезать моменты, когда я буду молчать, просто бегать? Беготню. Вот. Вот нормальные соперники. Три штуки. Давай. Эй, попроще, парни. Ну-ка, может тебя? Давай. На! Ушатал люто. Потому что я могу. Все, зажимаем. У вас слишком много. Кто там остался? Все. Минуса. Давай соберем всю прелесть. Ага, меня кто-то сзади там преследует. Ну все, давайте ко мне. Хедшот! На! На! Окей. Радостно было. Так, вон там еще есть. Но главное, чтобы по пути было. Да, мы добраться сможем так. Ладно, в любом случае. Так что погнали. Давай, пятый уровень. Нет, дача. В смысле? Вот так надо. Садиться на свои яички. Так, куда я? Фух. Пробежи. Смогу, не смогу. Хороший вопрос. Ну ничего, погнали. Пожалуйста, давай. Ой, я не просек. На! Сразу троих. Круто. Патроны надо. Это надо те капсулы собирать. Ну ничего, боеприпасы еще купить можно. Так, подожди, погнали. Что? Так, и здесь еще обитать надо. Окей, давай. Тут солдаты новые будут? Опа! Давай посмотрим, где тут что есть интересного. Это новые солдаты, лол. На! Давай гранату. Я не знаю, куда она летит. Хедшот. Так. А у вас не дофигища? На. А, ты 4 уровня. Неплохо. Ну тут мне помощники помогут. А я перезаряжаюсь пока что. Так. Откуда они мочат? Мне хочется знать... На! Где есть те прелести, которые мне могут помочь в прохождении?
На! Ты там не взорвись еще. Хедшот. Камикадзе нету у вас тут? Что тут можно взорвать-то? Мощно, да, новый уровень есть. Я тут хочу попрыгать, а мне не дают. Так, вот прелести некоторые не собрал. Это что за дичь? А, нифига себе, на. Я думал, мне наемники помогут, но нет. Двойники, в смысле. Ты уже бабло реально не хочешь собирать. Или не видишь просто. Можно по новому лутать. Патрончики. Так, 9. Но патронов явно мало. Так, это что у нас? Урон в ближнем бою при перезарядке взрывается как граната. Интересно. Остроконечный пистолет. Давай поменяем. Ох, нифига. Твою Машу. Понял. Прикольная вещь. Побегаем, сейчас побалуемся. Обалдеть, тут я летаю. Мне вообще очень нравится. А по стелсу можно? Дай зарежу. Дай зарежу. Да я зарежу. На! Ладно. Я понял вас. Дайте. Пожалуйста. Я вас понял. Обалдеть. Так, я тут себе хп восстанавливаю. На, хедшот. Еще один. Давай добавочку. Меня тут насилуют, оказывается. Джеки, защищайте меня. Кого вы там видите? А, я понял. На. А, мало хп у него еще осталось. Печаль. То, что я не добил. Все, я перезарядился. У меня там новый навык есть. Так, давай на перезарядочку, наверное, потянем. Так, все. Надеюсь, там никто бабло не терял. Но мне, кстати, не нравится это. Пушка не очень, как по мне. Давай поменяем ее. Резак недобитый. Ну а вот с дублирующим сейчас погоняем, посмотрим, насколько он приятный. Да. Пока что противников не вижу. Но летать научимся. Не дайте этим наемникам Гипериона сделать ни шагу. Так, подожди. Ты кому это сказал? Будет весело. А? Открыть твою дивизию! Почему это не сработало? А, предохранитель накрылся? Серьезно? Если замкнуть цепь между этими двумя проводами, площадка снова заработает. Просто встань между двумя искрящими контактами. Меня не тряхнет или что-то? Извини, почему эти гады из Гиперона еще живы? Потому что я самоубийца их... Ага, я не те контакты, понял? На, зажимай. О! Обычная штурмовая винтовка, на. В смысле, очередями? На! Получай!
Хедшот. Нет, хедшота нет. Была. Давай я долечу. А, ты же еще живой оказался. На, последняя пулька. Дай кислород. Все, в принципе, тут все есть. А, вот она, моя прелесть. Я застрял немного. Спотыкнулся. О, вот это сейчас мощно будет. Полетели. Мне никогда не доводилось убить лифта, взять цифростроительный ключ. Так, все, теперь я на равных слоях. На. Прелести мои. Запасы. Эх, ну что, погнали? Будем выпутываться с этой ситуации. Так. Что, баблишка? Наконец-то, никакой гравитации. Все спокойно так работает. Это дедлифт? Рулит! The boss fight has landed. А вот и разборка с боссом. Я так полагаю, это первый босс. Так. На! На! Минус скафандр, я тебе лопнул, да? Мне тоже нравится, подожди. Помощники, давайте. Посторожаемся. Так, где дедлифт? Так, мне, наверное, надо все поменять еще. Кто там? Подождите, я поменяю. Блин, снайперка не очень. Вот, вот это я, пожалуй, возьму. Будем зажимать. Хедшот. Вот там, ты наверху. Какой ты надоедливый, на! Ты куда полетел? Я с тобой еще не закончил. Давай. Кто там стреляет? На! Кто такой насырный-то? Подожди, я сейчас летать научусь, будет бобо тебе. Четвертый уровень. На! Твою машу, я не хотел сюда! Твою машу! Дайте хп! Подожди, ты где? Видишь, ты насырный какой. Да заколебал ты со своими гранатами. Давай, давай. На тебе, зажим. Гранаты. На... Серьезно, так... Просто все можно было уделать. На, взрывы. Все, ушатали, красавцы. О, какая прелесть. Это синяя пушка. Очень эффективное средство против щитов. Я поменяю взрывки. Замечательно. А, у меня место? Лол, серьезно, нету места? На. Это что, у нас королевская кровь? Баронесса. Вот, ладно, заберем. Хотя надо было нажать Е, зажать. Мы тогда бы начали бы использовать. На! А, надо зажимать. Кто меня долбит? На! Она взрывается?
Вот этот еще. Да вы заколебали. На! Взрывайся. Какая тут большая прелесть. Не хотел я никуда летать. Вы серьезно? Ну ладно, давай тогда снизу и облутаем все подряд. Эх, все это остатки. Серьезно, в туалет сходить? Ладно, я, пожалуй, все подкрываю сначала. Не продам. $27. Уу! Какие крутые ящики. Ах, да ну. Джексон, скорость стрельбы ограничена ловкостью вашего пальца. Нет места, подожди. А где я продать могу-то? Дай автомат для продажи. Так, Владофт. Это у меня уже все есть. Дайте автомат для продажи, пожалуйста. Может, это мне как-то поможет. Важная часть танца Луны Глиссер. Нифига себе, это скрытность. Теперь, когда цифра ключ у тебя, может активировать одну из моих станций, Луны Глиссер, на станции Дель. Выправляйся туда. Только осторожно, после раскола в окрестностях поселились квози. Да мне бы продать. То, что я добыл. Так, там продолжение следует. Интересно. На тебе. Но гореть, я сказал. Жесть, я вас тут подпалил. Так. Эй, прелесть. Так, все? Так. Да нет, звездец. Надо продавать. Тут куча всего валяется, а я продать не могу. Почти 3 штуки баксов. Это круто. О, вот восклицательный знак. Так, подожди, я тут перезаряжусь. Тут еще пушка есть, которую я когда-то оставил здесь. Ты кто? Мужик. Хоть он и мертв, но ему известно, чем вы займетесь в ближайшее время. Сложность нормальная, награда 252 опыта, дополнительные задания. Обыскать труп? Так. Так у меня места нету! Последняя воля капитана Тарсона. Это последняя воля из завещания Тома Тарсона, капитана на службе Даль. Сквад, дедлифта, захват мой корабль. Если этот эхо попадет тебе в руки, прошу тебя, выполни последнюю волю умирающего. Если решишь взяться за это, нажми кнопку «Следующее». Сообщение. Да, конечно. Что вы вообще можно случиться? Спасибо. Первое. Сообщи о моей гибели полковнику Зарпедон. Выключи эхо к передатчику и доставь ей мое сообщение. Мужик, мне надо продать. Оружие точно повышает по ходу стрельбы. Обалдеть. Мне надо продать. Мое содержимое. А может, давай сделаем так? Я самый ненужный сразу сейчас возьму. Так. Это что у нас такое? Реактивация скрывает доступ к этому облику в системе перестройка. Получен доступ к перестройке, что-то в этом роде. Зашибись, место появилось. Вы получите доступ к новому облику для персонажа. Вы сможете преобразить свою внешность, когда в следующий раз посетите станцию перестройка. Хорошо, спасибо. Капец, у тебя там горящие глаза. Так, а теперь
Смотрим, что я могу сделать в конце концов со снарягой своей за 100 баксов. Да, реально, можно так мучить как раз таки. Две вещи, 50 баксов поменял на 100. Нормально? Нормально, меня это устраивает. Так, ладно. Передать эхо. Эхо передадим и посмотрим, что будет дальше. Раньше опис был колонии даль, но потом произошел раскол. Все быстро свалили. Ага. Погнали. Девушка, извини. Я тут немножко занят. На, взрывай. Вот так вот мощно. Все? I guess stories don't have to be true to be believed. They just have to be told. And I tell that one a lot. Почему ты не все собираешь? Я тут смогу вообще перепрыгнуть, вот этот вопрос меня сейчас интересует. О, норм. Летать учимся. Джакобс, скорострельный. И барабанный. Так, ладно. Вон там кислородик есть. Так. О, моя пища пришла. Пока. Давай, 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 давай. На! Серьезно? Я вас там порадую. На, взрывайся. Ладно, меня взрыв не задевает. Неспешный щит. 47 баксов. Окей, я понял. 27, 29, 28. Ку. Так. 47 баксов, мне казалось, попроще как-то. Так, полетели. Ну, удалось тебе выжить ущелье. Подумаешь, иди сюда, доставай свою пуколку. Давай сюда, мы отомстим тебе за дедлифты. Да ладно, без проблем. Только мне сейчас разобраться надо. Полетели! Ё-моё, опасно было. Так, подожди. Пока. Пока. На, перезарядку. Давай, 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 помощники. Погнали. Живи как можешь. Так, где там? На гранату. На гранату. На гранату еще одну. Я тут кислород восполню. Все, погнали. Давай на скорострельность уже. На. Так. Мощно, будем нападать, люто разносить. На! Где ты там еще? Вот этот? Извини, у меня перезарядка. А ты не слишком большой по сравнению с остальными или со мной хотя бы? На! Капец, ты развалился, мужик. Да подожди, на! Где ты там? Ну вы даете, конечно. Слабаки. На тебе без прицела. Да ладно, так уж и быть. Я порадуюсь этой штучке. На. Кстати, от прицела как-то более приятно, что ли, играть. На тебе печень с кулака. Yeah.
А ты что, сюда прибежал? Я тебя понял, ты не хочешь рукопашку? На, получай. Есть. Раш. А ты что такой самоуверенный? Ух, нифига себе. 5 уровень уже. Ну ничего. На тебе. Добавочка, новый уровень. Все, я погнал лутаться. Метательные гранаты есть. Вы раздобыли модификатор гранат. Модификатор можно разительно изменить принцип действия гранаты. Ищите новый модификатор, чтобы наделиться и гранаты дополнительными возможностями. Я смогу сразу это заюзать? Понял. Так, у нас вроде новый уровень там. Очко навыков можно поднять. Ну, давай поднимать то, что уже здесь было прокачиваться. Угу. Ты смотри, кого нашел. Ну ладно, я лучше там новые задания набирать не буду. Нелла трогать не буду. Он какой-то зеленый слишком. Ну все, потихоньку сейчас доберемся до этого места. Так. Да что это такое? Реально, ноги подкачали. Вот мой аппарат. Хедшот! Дыхпоёк дуализм. Это я продать могу. Ну все, давай вставим. Предотреха. Последняя воля. Спасибо за известие о судьбе капитана Тарсона, искатель хранилища, достойный поступок, но на пощаду все равно не рассчитывай. Да. После того, как ты сообщишь полковнику о моей гибели, я желаю быть отомщен. Похоже, мой корабль захватывает сквад. Если ты сможешь высадить и убить его, найти и убить сквата. Ладно, думаю, на сегодня хватит. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Если не понравилось, ставь дизлайк. Ну, с вами был я, Одер. Всем удачи, всем пока. Увидимся в новых видео. Всем бай-бай. Yes,